Приветствую, бойцы! Как у вас дела? Как настроение? Давайте покатаем мехарену на таком ангарчике, но внесем у него изменения. Данный ангар меня полностью устраивает. Хочешь дамаж, хочешь снайпери, хочешь кемпери, хочешь танкуй, хочешь лечи, помогая своим союзничкам. Мне кажется, если в команде есть медик, данная команда очень живучая и, соответственно, шансы на победу данной команды высоки. Тем более вооружение поставил со молодяжки на медика, в ближний бой особо лезть не надо, можно находиться за спинами союзников, не то что за спинами, даже в укрытии там, за камешками, за преградами и, соответственно, вообще не получать повреждения. Самое главное, чтобы союзники не тупили, сильно на рожон не лезли и вовремя отступали, чтобы, соответственно, получить пилюльку. Сейчас мы будем пробовать тестировать аресов. В бою что-то аресов как-то маловато. Почему мало, я не знаю. Ну, вроде робот крутой. Раньше он продавался за коины, если я правильно помню. Потом разработчики сделали его за кредиты. Ну, хорошо. Сейчас он стоит около 100 кредитов, чуть побольше. Так, ставим ареса. Арес. 12 энергии у него на 3 звездочках. Ну, здесь 16, блин. Так, роль танка разработчики отдают аресу. Типа, ты должен принимать урон на грудь, находиться на острие атаки, всякие-то медики, дамагеры должны быть за твоей спиной. А вот почему? Так, здесь давайте посмотрим. Здоровье 30 тысяч, а у Реса там чуть побольше-то. Установить. Да, конечно, да. 32 тысячи. А почему он танк? Но у него есть очень крутой щит. Но щит работает. Я по ютубчику посмотрел, там ознакомился, что там блогеры снимают. На русском языке по мехарене не сильно много контента. Посмотрел там, ну, поразбирался, про что говорят. Почему-то на дробовиках ареса не делают. Самонаводяшки, там всякие ракетницы разного рода, снайперки. А мы, что было интересно, что было драйвово, поставим на него дробовики. Возможно, неправильно, но туда почему написано роль танк. По идее, он должен очень хорошо выживать. Хрен его знает, попробуем. Так, дробовики. Так, дробовички. Установить. И еще и покрасим ареса нашего. Красивый? Да он и так красивый. Очень красивый. Модельки не то что HD, ультра HD, наверное. Разработчики постарались. Так, а что нам предлагают? Ну это нет. Это пестро все, ляписто. Ой. Вот это как-то брутально так. Но его нужно из сундуков получать. Давайте по всем пробежимся, посмотрим. Это куда дерево, не люблю дерево. Это вроде карбон. Да, был карбон. Ну это, наверное, девчачий какой-то. А это уже что-то интересное. Ой, это мне нравится. Шипованное что-то, ё-моё. Классно, блин. Не просто это расцветки, а именно модельки переделаны. Офигеть. Ой, а это что за чудовище? Это, конечно, вообще эпик. И самая лучшая покраска, наверное. Даже не покраска, а моделька. Офигеть. Ладно, будем работать, что у нас есть, а что у нас есть. Ну, если что, мы купим, ничего страшного. Так, какого я хочу? Давайте я хочу синего. Но не за коины же. Вот такой, допустим. Применяем. Угу. Давай. И, наверное, второй цвет будет черный. Как смотрится? Прилично. Отлично. Так, давайте. Итоговая проверка. Все классно. Круто был. Все, и готовы вать. Полетели. Так, бой начинается по скорости. У Ореса скорость 5 км в час. У Джаггернаута 4,5, ну, у Пантеры 5,5. Так, давайте ускоряемся. Что-то забыл нажать ускорение. Ну, получается, бегает он, так скажем, ну, по средней, да? Среднее значение. Так, теперь я не знаю, я стреляю не очень далеко. Ага, колесо, блин. Получается, колесо мой щит пробьет, это я не знаю. Скорее всего, пробьет. Так, активируем щит. А, нет, получается, щит держит удар колеса. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Пока у меня кдшится щит, у колеса уже способность заново откдшилась. Офигеть, блин, вот колесо им будет. Следующий бой, это же самая карта. Так, союзнички, вы сзади идете? Ой, какие вы медленные, ускорение нажмите, пожалуйста. А то я сейчас буду один между врагами. Враги окружают меня? Нет, не окружают. Здесь враги более-менее спокойны. Да, колесо. И еще один едет сюда же. Так, щит. Бамс, попадание есть. Целимся, бамс.
Ой, как хорошо. О, убил. С одной обоймы забрал. Отлично. Щит полностью урон крыски заблокировал. Спас меня. Ну, немножко повреждения получил, но это не критично. Что сказать по поводу способности? Вот, мышка, видите, капец она долго кдешится. А почему у Голиса так быстро? Ну, соответственно, здесь долго. И ё-моё. Тихо. Я не этого захочу захватить. Так, щит. Бамс. Давайте лево-право стать поочередно. Так, отлично. Да. Что-то у меня управление перескакивало, прицел, и не того захватывался. Почему? Ладно, рабочие моменты. Щит отключается, КДшка 12 секунд. Если правильно помню, у колеса способность КДшится или 6, или 8 секунд. Ну, получается, колесо может, пока у вас щит КДшится, два раза вас отпинать. Опа, опа. Курсор пока, индикатор показывает, что враг уже сзади. Как он там оказался? Там нормально? Ну, не очень нормально. Так. Работаем. Бам-бам-бам-бам. Ну все. Так, у него еще есть плазмоиды остались. Все, отлично, помогли мне, отлично. Я врага развернул, получается, к союзничку спиной. И ему повышенный дамаг заходил. Так, майка захватил, пошли дальше. Возможно, все-таки правильно, что на рейсе нет обзорчиков на норбеках, ибо это полная бредятина. КДшка к способности какая-то, ну, не сильно быстрая. Издалека работаю. Угу. Кого прикрывать? Все, прикрываю, я типа командный робот, большой щит у меня. Джаггернаут прикрывает только сам себя. Так, у тебя отключение способности есть. Ё-моё, валим. Джаггернаут как бы робот классный, хотя начальный, да? Ну, у нас в игре-то все сбалансировано, нет явных аутсайдеров. Тихо, крыска. Крыску убили? Нет, бегает, резвится. Получается, АРС робот команды. Закрывает большим щитом союзничков. И слева... Блин! Ты ж пошел вроде бы там в другое место. Нет, обратил внимание все-таки на меня. Пошел я вместе со своими парнями, прикрывать их буду. Что-то парни, то налево, то направо. Парни, я типа командный робот, буду вас своим обширным щитом прикрывать. Ты стреляешь сеночку, братюня, не стреляй сеночку. Немножко за вами не успеваю, давайте ускоряемся. Так. Сейчас все нормально будет. Хопана, наверное. Бам. Ноль, поближе. Отлично, спать. Так, щит еще работает. Так, я должен быть спереди, по идее, чтобы работала моя схема. Ну, в принципе, все, щит-то заканчивается. Что делать, атаковать? Хрен его знает, что делать. Нападаем, давайте. Блин, Клинтон. Ну вот и все, дробовики пусты. Плохая идея, дробовички на рейсе очень плохая идея. Давайте все-таки добью я обзор АРС на дробовичках. Я вас прикрываю, парни, я командный робот. Я пошел вместе со своими собратами, по несчастью. Так, я еще не могу стрелять. Все, поражаем врага. Бам. Что-то мой щит вообще лопнул просто. И я скоро лопну. Ой. Ну, в общем, вы поняли, да? На АРС и дробовики вообще не дружат. Ракетки какие-либо надо ставить. Офигеть, ну полетели, следующий бой. Так, другой бой, пошел на правый фланг, уже активировал щит, потому что пока шел, мной заинтересовались, очень пристально заинтересовались, и сейчас колесо меня, скорее всего, убьет. Так, щит на КДшке, 12 секунд, это очень долго, бамс, отлично. Справа дробовика я убил, и колесо покатилось и растворилось. Так, тут какая-то щелка была, и мне накидали уже успели немножко. Так, щит. Ну давай, постреляемся, крыска. Бам, попадание есть, нормально. Так, отправим правое вооружение на КДшку. Одна пулька, это Никанорыч. Так, все, у меня щит отключился. И меня крыска забирает, разбирает. Но нет, до свидания, крыска. АРС робот неплохой. Все-таки как-то, то ли я еще к нему не привык. Ну, все-таки не, до ролика не играл. Чисто первое мнение получается, да. Так, щит активируем. Вот тоже, да, как мне реализовать возможность дробовиков, я не знаю. Постоял, щит у меня кончился, отступаем. Пытался подойти, но нет. Так, давайте нажмем бегать, будем еще на ускорении. К этому подбежим. А, я не могу добежать на дробовиках, чтобы нормально по нему пострелять, блин. Приходится стрелять издалека, издалека дамаг очень слабенький. В общем, я не понял, АРС шляпа или не шляпа. Вот дробовики плюс АРС точно шляпа, очень плохая комбинация. Так, давайте берем медика.
которые мне очень-очень нравятся. И займемся лечением моей команды. Так, находимся в безопасном месте, накидываем. Тра-та-та, до свидания, Киберсоник убил его. Так, колесо, это очень опасное животное. Так, КДшка, ой, снайпер. Снайпер два раза промазал. Левый, правый слот. Отлично. Так, кого не подлечить? Тихо-тихо-тихо, да не этого. Вот этого снизу мне можно захватить-то. Какой-то прицел немножко непонятный. Захватывай того, кого мне не надо. Так, малыш, возвращайся. Малыш. Сидно не атакуй, ты пока нормально. Вот там нужно помочь. Ё-моё, блин. Этот малыш, соберитесь все вместе. Так, малыш уже получает. Ай, не могу тебя нормально полечить. Слышь, малыш, нет, это Сидно-то не атакуй. Поатаковал, отступи. Чё ты по открытому пространству ходишь, малыш? Вот ты балбес, малыш, а. Хочется сделать доброе дело и никак не получается. Ох, хорошо вошло. Ты чё в стенку стреляешь? Два раза в стенку стрельнул. Молодец, красавчик. Так, лечим. Малыш, не переживай. Куда ты пошел? Я не хочу на открытое пространство идти. Ты куда меня заманиваешь? Там точно погибель моя будет верная. Ё-моё. Не, играют, конечно, не как раки. Возможно, они все боты. Так, маячок забрали у нас, да? Сейчас мы обратно берем. Наша команда как-то немножко ракует. И мы, в принципе, даже можем самостоятельно самолечением заниматься и врага изничтожать. До свидания, спать. Теперь у нас уже будет 5 маяков. Офигеть. Давайте немножко подлечу. Спиной не поворачивайся ко врагам, блин. Чё ты идешь, блин? Попой спиной не повернулся. Это же опасно. Колумба, блин. Точно ботяра. Тра-та-та. Ты живой там, Колумба? Давайте подлечу. Сейчас все нормально будет. Сейчас я его заберу. Захватили цель. Ракеты полетели. И... Отлично, Киберсоник его мочканул. Так, у меня еще есть пульки в правой стороне. Давайте. Рашим, так скажем, через центр. Включаем ускорилку, полетели. Так. Ну что, тебе хана, наверное. Бамс! Не, выжил как-то. Так. Ага. Победа. Полетели, следующий бой. Так, давайте, завершающий бой. На неудачной сборке иду я по правому флангу. Так, сейчас тебе прикрою, медик. Медик, все нормально будет. Колесо, нифига ты лупишь, блин, а. Так, отправляем дробаши на КДшку. Медик окочурился, ё-моё. Хотя колесо било медика, меня, получается, сплэшем цепануло. Вот это сплэш у колеса. Офигеть. Как правильно отыгрывать на рейсе, я так и не понял. Ну, вот сейчас понятно, можно в киберспортивном режиме не высовываться, долбить его так вот. Бамс. Это понятно. А вот... Почему так долго щит у него кдшится? Так, получается, сейчас нормально все получается. Я защищаю своего союзничка. Союзничек, почему не атакуешь? Союзничек, ты что в мою спину стреляешь? Голову включи. У него, получается, оружие с высоким разовым уродом, миссил рейк. И он все обойму в меня засандалил. Ну... Я не знаю, что тут комментировать. Это просто ужас. Так, взяла самого лучшего робота и самое лучшее вооружение в игре, наверное. И, соответственно, самую лучшую сборочку. Идеальный вариант. Раньше мне нравились РПГшки или Missile Rake на колесе, а сейчас я от самого ящика просто в восторге. Ты куда стреляешь? Тоже, блин, бот, что ли? Так. Да, Ика, ты влез. О, можно забрать, рискнуть, конечно, последними зубами. А, его забрали. Так. Пошел захватывать наш респовый маячок, да? Давай, удачи. Успеха в этом нелегком деле. Так, понятно. Бам. Ты куда стреляешь, блин? Тихо. Бумс. Ой, у кого хпшка-то улетела? Давай. Тра-та-та, отлично. Да, просто офигеть. Так. Братюня, подожди. Заканчивается КДшечка у меня. Тра-та-та. Мы везем с собой трупак. Так. О, тебя нужно подлечить, да. Да я не буду вас лечить. Вы такие неумные. Все время лезете на открытое пространство зачем-то. Тихо. Отключил способность во время движения. Ишь ты. Ты это прекращай. Сейчас вам протараню его. Бум. А почему? Ничего не понял.
Странно, очень странно. Так, я должен на медике, когда я отыгрываю, должен быть в безопасном месте, уж точно не в открытом пространстве. А эти, всякие там танки и так далее, должны возвращаться, подлечились. Че, атаку идти? Нет, что-то, по-моему, не вывезу. Отступаем. Слева все нормально, ну, вроде нормально. А танки должны... Получили повреждения. Давай-давай, шедеврально. Танки должны повоевали, раз возвращаются в безопасное место и лечатся. Я, соответственно, помогаю танкам огневую мощью из безопасного места накидываю ракеткой. Вот такая тактика, все проще, как проще пареной репы, блин. Нет, эти все прут вперед, чтобы мне подлечить их. Мне тоже нужно лезть вперед, а я-то робот поддержки, все сбалансировано, я-то не обладаю большим количеством хп и какими-либо там щитами и так далее. Я, естественно, умру, блин. Вот так вот, да. И поэтому нужно играть на голосе, чтобы было все по фэншую, да, на медике. И будет вообще просто великолепно. И победить команду, которая есть медик, практически нереально. А на этом все. Аресом я недоволен. Следующий обзорчик будет на Аресе, но уже на другой сборочке. Пока.